Всем привет! Сегодня 8 июня 2019 года, набережная. Вот наша набережная очень популярна у свадеб. Поливается травка. Очень приятно в такую жаркую погоду пройтись и, может быть, даже немножко намокнуть. Итак, посмотрим, как тут продолжение набережной. В прошлый раз мы здесь были почти полторы недели назад, и довольно многое изменилось. Тогда работы были вообще на начальном этапе. Напомню вам, как все выглядело. Хоть сегодня и суббота, но работа идет полным ходом. Здравствуйте, а можно несколько вопросов? Можно. Обязательно вас снимать. Ну, вы меня снимаете, я вас. Я вас не снимаю. А чего? Ну, ладно, я не буду ваши лица снимать. Вы не знаете, когда закончат вот до Романовки? Ой, это не скоро. Не скоро? Они, наверное, частями будут делать. А приблизительно? Часть там. А, ну приблизительно до конца лета закончат, да? Скорее всего, ну не знаем, нам скажут, мы тут за неделю закончим. О, так хорошо. Скажут, до следующего года тянуть. Не, давайте побыстрее, мы ждем. Да. Итак, вот по всей видимости, вот этот небольшой кусочек дадут в первую очередь. Увидев мужчину в белой рубашке, который ходил по стройплощадке, я решила спросить о сроках у него, поскольку выглядел он весьма начальственно. Да, это оказался прораб, и он не захотел, чтобы я снимала его лицо, поэтому вот так. Ну а насчет сроков, вы знаете? Ну я больше на срок. Ну и вот. Другой день я работаю. Да? Да не, я видела тут полторы недели назад начали. А, вы только дорожки прокладываете? Дорожки, когда вам сказали закончить? Сделаем, так и сделаем. А, то есть вы работаете на качестве? Можно. А скажите, пожалуйста, вот до Романовки, когда планируете закончить? Не знаете? Ну ладно, если планов сам прораб не знает. Да, они же знают, это все зависит от вас. Вы смотрите, какая ситуация. Ага. Что у вас, и финансирование, куча вопросов. Ага, наверное, это укатывают слой. Вот они уже какой-то слой постелили, дорожки, и вот, наверное, укатывают, чтобы потом не проседала почва. Несмотря на то, что рабочие и прораб стесняются и не хотят попадать в кадр, будем продолжать общаться и смотреть, что у них получается. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Будем следить за строительством набережной вместе.